В преддверии Международного женского дня Ружан Нурманова готовится к наплыву покупателей. Продавец рассказывает, что поздравление любимых и женщин-коллег обойдется мужчинам недешево. Но даже такие высокие цены клиентов не останавливают. В первую неделю марта цены на цветы поднимают оптовики, а вслед за ними и торговые точки. Тюльпаны стоят 500 тенге, а голландские розы идут от 750 тенге и до 2000. Известно, что выращиванием цветов давно занимаются и в тепличных хозяйствах области. Правда, несмотря на то, что главные символы весны растут и в нашем регионе, конкурировать с заморским товаром предприниматели юга не в силах. Наши мужчины в большинстве своем предпочитают дарить заграничные букеты. Житель поселка Турбат Казгурского района уже несколько лет занимается разведением роз. Цветы с красивым названием «Черная магия» Фахриддин Умаров вырастил из семян шиповника. Стоимость каждого цветка 200-300 тенге. Цена устанавливается из соотношения расходов на орошение и коммунальные услуги. В сезон дехканин срезает 4-5 тысяч роз. Мне требуется 60 тонн угля, это около 1 миллиона тенге, а выручка за цветы около 500 тысяч. Чтобы был доход, приходится поднимать стоимость цветов. Таким образом, стоимость местных и голландских цветов почти сравнялась. И хотя в торговых точках города в преддверии праздника такое разнообразие роз, что глаза разбегаются, нашим корреспондентам найти розы Made in Южный Казахстан не удалось. А потому брать приходится импортные. Продавцы говорят, что каждый год на 8 марта они продают 6 тысяч голландских роз и 4 тысячи тюльпанов.